с ним. Всем привет, с вами Андрей Коблев. Сегодня рассмотрим такой элемент, как выход на 2. То есть меня спрашивали, как научиться там выход ZF, силовой выход на 2 медленный. Вот я решил сделать сюжет про обычный выход на 2, как научиться его выполнять, и усложнений. Усложнений очень много, поэтому мы рассмотрим просто каждую ветвь. То есть, например, там медленные выходы, там взрывные, там разными хватами и так далее. Выход на 2 сам по себе простой элемент. Практически каждый человек способен его выполнить. Если, конечно, он там не жрабас конкретный, а обычного там телосложения, даже там, очень накачанные люди могут спокойно выполнить. Но такие дрючуганы, как мы, тем более. Поэтому переходим, собственно, к изучению. Посмотрим технику выполнения элемента. Элемент выполняется всего в два движения. Первое – это, так сказать, тянущий группой мышц, себя подтянуть к турнику как можно выше и сильнее. А второе – это уже выжать себя. Первое ваше движение. И второе, когда вы уже залетите, вот, то есть выжать себя в упор. Насчет упора мы не будем сильно останавливаться. Каждый человек, который может на брусьях отжаться, там раза три хотя бы, спокойно это все сделает. То есть, если уж вы меньше делаете, то, блин, зачем вы смотрите это видео-то, а? Вся суть загвоздки состоит в том, что вы не можете просто вылететь в этот упор. То есть, как эта проблема вообще решается? Ну, для того, чтобы вообще это выполнить, вам нужно подтягиваться, ну, как минимум раз 15-20. И при том, подтягиваться не просто так, до подбородка. Вам нужно тренировать. Так сказать, взрывные подтягивания, которые выполняются быстро и высоко. Чем выше, тем лучше. То есть вот. Не вот такие вот обычные подтягивания. Некоторые даже наоборот пытаются медленно подтягиваться. Это неверно, потому что взрывная сила так не тренируется. Вам нужно тренировать именно взрывную силу. То есть быстро, высоко. Рывком там, не знаю, как можно выше. Вот. Такие взрывные подтягивания. А потом уже начинать не до груди, а все выше и выше пытаться подтягиваться. Когда вы, например, сможете подтягиваться 10 раз такими взрывными до груди, то пытайтесь там до пояса подтянуться. То есть вот так уж. Когда вы будете до пояса раз 5 подтягиваться, то я думаю, прилететь уже в упор для вас не ставит никакого труда. Если вы все так выполняете, но все равно не можете прилететь, то просто не понимаете технику выполнения упражнений. Вам нужно рывком вперед перекинуть свое тело в упор на согнутые руки. Поначалу можно даже с раскачкой там как-нибудь так вот залетать. Вот. Качнулись. Я уже там конкретно залетаю. То есть вот даже согнутых рук, например, некоторые умудряются вот так вот учиться. То есть вот перекидываться. Достаточно вот просто высоко очень подтянуться и все. Перекинуть себя вперед. Вперед наклониться, все, выдавил. Вот вам. И выход на 2. Конечно, он не чистый. Нужно доводить его до идеала. В идеале он делается, то есть без раскачки. То есть вы вылетаете, там вперед сильно наклоняетесь, сразу считаю, что в упор. Сейчас особо популярно делать так называемые взрывные выходы. На самом деле они от обычных ничем не отличаются. Просто вместо того, чтобы дожимать себя в упор, вы отталкиваетесь от турника.
Ой, блин. Ну, теперь переходим непосредственно к усложнениям. И первой веткой будет усложнение, связанное с изменением хвата, то есть ширины хвата и там нижним, верхним и так далее. На пальцах там. То есть тут сложность заключается только в том, что у вас создается неудобный рычаг для выполнения элемента, и потребуется вам просто больше этой начальной, так скажем, мощи вашего рывка, то есть взрывной силы, для того, чтобы вылететь этот упор. Для того, чтобы сделать выход на дверь практически любым хватом, вам просто нужно развивать эту вот взрывную силу. Чем она у вас будет мощнее, тем легче вам будет выполнять. Как обычный выход на дверь, он чище у вас будет, так и вот при смене хвата. То есть, если вы там обычно можете сделать, а там широким нет, то есть у вас тупо просто вот этой вот начальной не хватает скорости. То есть этого рывка, чтобы вылететь. Когда у вас есть взрывная сила, будете делать хоть как бы. Широким, узким, например, вот, довольно сложно, но узким хватом нижним. Потому что вы потом просто на пальцах стоите висеть. Ну и сложновато вылететь на самом деле. Крестным то же самое. Вот. Вам просто нужна взрывная сила изначально, чтобы вылететь. Подтягивайтесь высоко, тренируйте выход на две, и потом любым хватом будете офигать. Следующая ветка — это силовые медленные выходы на две. Для них-то вам как раз и потребуется вот эта вот медленная полустатическая работа. То есть сила. Для него будет подводящим это вот как раз медленно подтягивание. Ну и обычный выход на две. Чисто. Так, что выполнить? Медленный выход на две, а он нужен выходу в 5 на 2. Обычно. Начинать можно. Самого простого варианта — это закидывайте просто кисть и начинайте выполнять. Притом ноги можно загинать чуть ли не в уголок, так легче, просто вас привешивают вперед. Главное не ложиться на перекладину, тогда некрасиво будет встреться, но это не считается, что элемент выполнен. Следующая стадия — это, в принципе, можно на ней даже и останавливаться. Это тренировка с глубоким захватом, то есть схватиться поглубже. Лучше всего начинать тренировать на более толстых, скажем, перекладинах, на брусьях, например. Как можно глубже захватились, чтобы рычаг-то был нормальный. И поехали. Ну и самая извращенная фаза — это с поворотом кистей нужен скользкий турничок. Как бы это ни звучало. Ну, так скажем, не сильно толстый, потому что на толстый вы не провернете. Хотя на этом, наверное, хрен знает, сейчас проверну, не проверну. Так, дальше у нас выход зефа. Делается он так: сначала выход таким хватом, то есть одна рука верхняя, другая нижняя. Потом вам нужно дать отмах и как бы в обороте залететь уже вот в такое положение. То есть некоторые выполняют, просто пытаются вниз, как бы, после такого выхода упасть и сделать выход. Ну, таким хватом сложновато сделать выход. То есть лучше просто с маха зайти, и так и красивее будет. Ну, или вот таким делать.
сложно вот залететь прям вот в упор. Нужно с махом отдать. Силой. Держим. Ловим такой выход. Глобусь, а не долбанусь. Отмах. Вот. Залетел. Я петурки до конца не расправлял, потому что брусья будут близко, блин. Что драхнусь еще. Последняя, так скажем, ветка усложнений выхода на две, это взрывные выходы. То есть с перелетами, с хлопками за спиной. Выполняются они за счет того, что вы набираете инерцию при выходе наподобие склепки и уже вылетаете и выполняете там нужный вам там какой-то пируэт. То есть для начала вам просто нужно научиться вот этот именно инерцию набирать. То есть склепка не совсем похожа на склепку, а больше похожа, так скажем, на выход. То есть также как бы, вот маленько с раскачки выполняете выход на две, вперед отклоняйтесь, ноги вперед заносите, и потом уже махом выталкиваете и сами выталкиваетесь от перекладины. Вот именно так. За счет этой набранной инерции выполняются какие-то там перелеты, вылеты и все прочее. Я, конечно, в этом направлении не мастер, но азы сейчас вам покажу. Основные, так скажем, элементы. Первый — это с перелетом выход. То есть вот такой. Чуть-чуть уж высоковато перелетел. Ну ладно. Смысл в том, что ноги просто перекинуть, как вот ноги через забор припрыгивают, просто ноги в бок. Если вы так не умеете, но вам страхово, можно делать сначала такие подводящие на грудь. Вот. Самое простейшее, это вот берете так, раскачиваетесь там, ногами, мах даете, оп, и перелетаете. Дальше уже просто на одной перекладине. Ну ладно. А потом уже просто на турнике. Для начала делайте просто с упором. Вот. Ну обычно там вы сюда стали упор. Как вы раскачиваете. Перелет. А потом уже комбинируя вот с таким вот взрывным выходом выполнять. Ну что еще можно? Ну, выход надо, например, с хлопком за спиной. То есть это то же самое, просто по инерции вылетаете и резко хлопаете. Ну вот и все, мы прошлись по основным, так скажем, упражнениям. На самом деле их огромное множество. И то есть каждый может внести свою лепту, то есть придумать новые упражнения. Главное в чем просто? Натренировать вот эту вот взрывную силу, чтобы вы вылетали. И любой выход надо вам будет нипочем. Надеюсь, обучалка оказалась для вас полезным. С вами был Андрей Кобелев. Если вам нравятся наши обучалки, то можете нам помочь, просто распространять их. Там в социальных сетях вся ссылку скинуть или еще что. В общем, ну, всем пока.